Всем привет! Вы на канале Степан Той. И сегодня я вам хочу рассказать своих топ-5 мультиков по Angry Birds. А перед началом мое крутое интро. Пятое место. Angry Birds Blues. В этом мультфильме есть синяя троица и ее друзья. В этом мультфильме они просто путешествуют, испытываются и играют. Четвертое место. Angry Birds Bubble Trouble. Этот мультфильм уже сделан по Angry Birds Movie. И в нем только один большой плюс есть, а так в нем минусы. Поэтому он стоит на четвертом месте. Третье место. Angry Birds Slim Shady Stories. Этот мультфильм уже пародия на Angry Birds Toons, и он вышел в 2020 году. Там достаточно неплохо, но есть же минусы. Поэтому он на третьем месте. А вот следующий мультфильм, сами угадайте, какой будет. Piggy Tails. Все правильно. В этом мультфильме нет птичек, есть только свинки. Вот во всех сериях только свинки, тут птички никогда не появляются. Тут в этом сериале 4 сезона. Первые 2 сезона посвящены Angry Birds Toons, а другие 2 сезона посвящены Angry Birds Movie. Вот те сезоны с Angry Birds Toons получше. Следующий мультфильм, который на первом месте, Angry Birds Toons. Было приложение Toons TV, где его можно было посмотреть. И не только Angry Birds Toons, и еще другие мультики. Скажу то, что Angry Birds Toons идеален. Там никаких вот минусов нету. Как в других мультсериалах, которые минусы какие-то даже есть. Хорошие, между прочим. Мультфильм показывался на Карусели и на других ТВ-каналах. Но сейчас его там почти не показывают. Теперь этот мультфильм можно посмотреть только на Иверкинуть, хотя нет, там даже нельзя. Вы были на канале Степан Той, всем пока, подписывайтесь на мой YouTube канал Степан Той.